Друзья, добро пожаловать. Это по-прежнему пятница 13-е. Ну что ж, давайте смотреть, что будет у нас. Может быть, даже за Джейсона Бекера посмотрим. О, господи, что-то совсем все плохо. Так, мы снова играем за парнягу 5 минут спустя. 5 минут спустя убили всех друзей тут. Что же делать, ёпта? Так, заходим для начала сюда. Да нет, ну, блядь, идиотина! Ладно, хорошо. Хорошо. Мы сделали в прошлый раз жесткую ошибочку. Нас, короче говоря, прикончили. Так, оружие. Какая-то сумка огромная. Что это такое, блядь? О, хилочка. Это заберем. Это надо. Можно носить 3 вещи. Как уже понятно стало. Да, опа. Это хорошо. Этот газовый ключ я, пожалуй, возьму. Есть еще такая вот штука. Мне кажется, она будет поинтереснее. Она как бы спасет твою жопу более вероятно. Так, нам нужны ключи. Нам нужно это что такое? Мачете. Тихо. Тихо. Мачете может дать нехеровую такую тему, на самом деле. Есть кто-нибудь? Пожалуйста. Я надеюсь, что я на том канале. Копы, Джейсон здесь убивает всех. Пожалуйста, спасите нас, пожалуйста. Пожалуйста. Томми Джервис вызван и, собственно, скоро приедет. Здравствуйте. Так, выходим отсюда. Так, Томми Джервиса мы вызвали. Мы нашли рабочую рацию. Это хорошо, вроде как все окей. Так, теперь давайте искать выживших. Ну и, в принципе, вообще тут можно похилить, кстати. Так, там все нормально. О, зато у меня есть мачете. А нужно, короче, бейсбольной битой ударить Джейсона. Он становится, типа, на колени, и мачете ты вроде его убиваешь. Вот такая система. Мне кто-то писал об этом. Так, оттуда они уезжают. Ага, окей. Я понял. Так, лучше экономить нашу физическую выносливость, поэтому лучше, как говорится, не бегать зря. Так, тихо. Понимаешь, ну, ребята ходят шагом. То есть нельзя ходить, блядь, обычным шагом. Надо либо бегать, либо ходить, как черепаха. Окей. Там что-то лежит, по-моему. Это бухлишка. Господи. Так, пока все нормально. Есть, типа, туалет, и там, типа, можно зашкириться, как я понял. Тут, типа, кто-то еще есть, да, кроме меня? Ну, я хотел бы в это верить. Так, люди там. Давай посмотрим, где... Ой, карты нет! Дерьмо, у нас же карты нет, точно. Будем так ориентироваться. У меня половина выносливости. Если какое-то дерьмо случается в вроде Джейсона, то я вроде как бы могу убежать еще. Так, тут огромный дом. Найти ружье было бы... Ой, тут закрыто. Так, там 2 челика, по-моему, внутри, да? Залезай. Опа, мы внутри. Как-никак, но это вроде спасение. О, пистолет есть, хорошо. Так, бичуган. Вау, чё за крики, ёпта. О, Джейсон там. Смотри, смотри, что делает. Чё он там завтыкал, блядь? Так, он внутри. Бегом отсюда. Блядь, их там двое. Слушай, может, я помогу им? Это же мои друзья, типа. Так, арбалет, ни хрена, или это капкан? Не знаю. Так, бегом отсюда, просто валим. Вау! По-моему, что-то бросил. Бегом, бичуганка, бегом. Давай. Нет. Бей его, пожалуйста. Я не успел нажать, черт. Зато у меня было мачете. Нихера себе. Такого у нас еще не было. Так нас еще не убивали. В каждой серии происходит что-то новое. Главное только, что живем очень мало, к сожалению. А, ты понимаешь, во мне проснулся, блядь, этот самый, не Робин Гуд, а может и Робин Гуд. Ну, Чип и Дейл точно. Я хотел спасти ребят, то есть, получается. Я думал, может, как-то сзади подойти ударить Джейсона, вырубить его с мачете. Увы, счастье было как-то мимолетно. Так, челика ранили, смотри. Он испуган, он ранен, и там убили его товарища. Оу, эти что, смылись? Да ладно. Чуть как-то быстро, по-моему, не? Странно, очень-очень странно. Офигеть. Я говорю, что есть лодка, нужно было вроде бы найти мотор и бензин немножко туда. А выбраться можно? Да, смотри, они взяли, спаслись. Притом сделали это максимально быстро. Все, что ли? Чё-то как-то быстро, по-моему, не? А, пришел, да. Да. Пришел чувак, который обязан всех спасти. Не знаю, убьет он Джейсона или нет. Он убил моих друзей, и мне нужно что-то делать с этим.
Так, там кто-то есть. Номад. Здорово, Номад. Так. Он что-то мне сказал, но там так херово слышно, что непонятно, что такое у нас. Джейсон тут, типа, он говорит. Я понял, блядь, что Джейсон здесь. Братан, мы здесь не спасемся. У меня хилочки нет, я бы тебе помог. Твою же мать, а. Так, братильник, у нас карта есть? Есть карта. Есть еще пара человек, но до них добраться хрен получится. Так, escape, используя машину, используя моторную лодку. Томми Джервиса вызвали. Используйте телефон, чтобы позвонить в полицию. Короче говоря, нужен телефон. И хер его знает, где я буду его искать. Чувак, что, в палатку сел? Че, серьезно? Я не знал, что так можно. Ладно, хорошо, побежали, посмотрим, что там у нас. Джейсон, между прочим, здесь. Что самое интересное? Судя по карте, он где-то очень-очень рядом. Пытается кого-то убить. Ты ж твою мать, надо помочь им. Наша прямая задача — помогать. Давай. 5 минут, они вызвали полицию. Воу, он упал? Вылазь. Я не знаю, задержали его, не задержали. Че он там завис, блядь? Помчались, ёпта. Бегом отсюда. Я думаю, это хороший вариант, чтобы отсюда сбежать. Так, чувак, давай вместе. Вместе в этой игре реально выживать весело. Закрывай. А сейчас будем лутать, смотреть. Так, может, что-то полезное есть. Что, блядь, носки? О, бита! Битой можно ошарашить нехило его. Где этот челик? Чувак, не блочься. Я здесь с тобой, бро. Так, засовы он поставил, отлично. Че это такое? Радио. А, это хорошая вещь, я бы взял ее. А, нельзя, видишь, можно биту взять. Так, битой надо Джейсона как-то огреть попытаться. Его есть пистолет этот сигнальный. 3 минуты. Короче говоря, 4 минуты нам надо выжить. Блять. Так, закрывай. Хотя нет, лучше, наверное, открыть, в случае чего мы хотя бы будем видеть, слышать, что происходит. Че, он здесь уже? Боже, кого-то убили. А, по рации мы понимаем, кого грохнули, кого нет. Так, чувачок, я за тобой. Полезли, побежали. Знаешь, какая-никакая помощь, я думаю, что будет очень даже к тему. Сука, я же где-то тут. Хуй знает, где он. Воу! Бей его, нахуй! Бей его, бей Джейсона! Блять, не меня, Джейсона! Твою мать! Бегом! Чувак, мы не успеем. Это хуевая затея. Джейсон уже там. О, блять. Тихо. Воу-воу! Это что за блицалочки? Бегом отсюда, бегом! Твою же мать! Я, правда, не знаю, куда он направляет. О, что-то бросил, по-моему, то ли метает, что-то кирхири. Ты думаешь, мы успеем? Братиш, я тоже хочу. А? Дай. Быстрей. Так, здесь вроде что-то было. По-моему, чем-то можно было огреть его. Что здесь? Что такое? Это мачете. Ну, я не знаю, мачете или все-таки бейсбольная бита. Хер его знает. Так, восстанавливаемся. Восстанавливаемся и, собственно, будем пытаться... А, это чувак, кстати, с русским ником. Я вот первый раз сейчас встречаю. Так, если что, братишка, ты попал в ролик. Тут ники очень мелко показаны. Блять, херовая затея. Он знает, что мы здесь. А он же видит прекрасно это. Воу, я сзади попробую. Блять, ты что, не попал в него? Воу! Блин, это бот, блядь, какой-то. Все, он туда пошел, сюда пошел. Воу! Тихо, валим, чувак, валим отсюда! Ты ж твою мать! Так, уходим отсюда, уходим! Я не уверен, что это хорошая была затея, но он может перемещаться. Братан, у меня выносливости не хватит.
Блять, открывай, 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 открывай окно. Так, он залез, я тоже хочу. Залезай, придурок! Какого хера вообще он меня поймал? Как так? О-о-о-о, меня забросил внутрь. Он убил меня? Как он меня убил? Он просто меня ш... You're next! И... Чё за блять это было вообще? Они, походу, тоже не догадывали. Тоже не поняли. Чёрт. Он меня просто бросил в окно и просто прибил каким-то образом. Well, he's gonna die next. Иллидан где-то здесь. Или как-то так считается, Ник. Так, чувак, надо что-то делать, надо как-то спасаться. О, черт. Я так и не понял, как меня прибили. Чё это было, бля? А, у него перочинный нож, наверное, был. Это позволило ему спастись. Так. Да, это безумно. David doing David stuff. Давай. Walkies, none of them are talking. Так, залез-то он залез, вроде как. David's now slowly walking to the exit. У него лицо, конечно, безумное. David's on the right side. He probably should have been closer, but whatever. Так, похилился. Чудненько, теперь он чувствует себя явно уверенно. You're so lucky, David. Чёрт. Так, там капкан. Вроде появился. Это хорошо, наверное, с одной стороны. Так, вот пистолет. Телочка, видимо, пытается спастись, но как-то вот, наверное, не особо успешно, да? Так, осталось два человека. Чудесно. А, черт. Есть тачка. Но мне кажется, она вряд ли едет сейчас. Странно, что Джейсон никого не трогает. Хм, удивительно. Я уже надеялся, что сейчас будет реально жесткая тема. Давай, родной, давай. Хоть кто-то добежать должен. Там вроде бы лодка. Не факт, что, конечно, он уплывет. Тёлочка пытается бежать вдоль трассы, чтобы найти выход. Вроде как должны копы приехать. Чё-то копов ни хрена не... А, вон там мост вроде бы в конце. Отлично. А Джейсон ведет себя крайне подозрительно. Либо он поджидает уже возле точки, зная, где это закончится. Это было бы логично, кстати. Так. 7 минут. Есть на все про все, чтобы успеть сбежать. Так, если она запыхтела, значит, она что-то увидала. Либо трупецкий, либо хер пойми кого. Чувак думает, в какую сторону бежать? Так, там какие-то колеса странные, какие-то палатки непонятные. Прекрасный ракурс. Вот именно с таким ракурсом нужно играть в эту игру. Иначе просто никак. Чудесно. Просто идеально. Так, этот чел продолжает бежать. О-оу. А, типа, если так идешь шажочком, типа, может быть, тебя Джейсон не слышит. Либо слышит очень плохо. Так, судя по всему, я вижу уже проблесковые маячки копов, то есть тёлочка движется в верном направлении. Они из Evil написано. О, а вон там Джейсон стоит, по-моему. Вроде я могу ошибаться, но вон он стоит. Я же говорю, он будет ждать их здесь. Еба. Он здесь, смотри, как интересно. Кто же кого? Воу! Да ладно. То есть это типа... ослепило его, да? Если в голову попасть, то это его вырубит. Давай, чувак, давай, спасайся! А тёлка просто на втыке, по-моему. Давай, беги! Не успел. Просто не успел. Это было эпично. Ну что, друзья, увидимся уже в следующей серии. С вами был Брейн, пока-пока.